Привет, мои дорогие зрители, мои дорогие девочки. Я приветствую вас из примерочной из H&M. Маленькой, темной, с какими-то странными зеркалами, в которых невозможно поместиться, с громкой музыкой, но нам ведь это не помеха. И мы с вами сегодня делаем прекрасное видео примерок и для Нового года одежды, и не только для Нового года. Честно говоря, я пришла в H&M без особой надежды, потому что H&M в последнее время меня очень разочаровывает. Но сегодня я нашла здесь очень много интересного в виде таких каких-то... Ну, не смотрите, это все, конечно, выглядит такое мятое, как тряпки. Но мы говорим о бюджете, девочки. Если вы посмотрите на эти цены... $38, $50, $20. Мы говорим о бюджетном шопинге и о том, чтобы не тратить кучу денег на покупки, для того, чтобы одеться на Новый год. И H&M — это самое то, что ни на есть место. Ну, по традиции покажу, что на мне. На мне пальто. У нас, вы знаете, очень потеплело. У нас тает весь снег, у нас плюсовая температура. Как раз к Новому году у нас все растает. Я надеюсь, что меня слышно за тем, что тут объявляют что-то в магазине. Значит, на мне сегодня вот такой свитер. Ягода малина, я его называю. Кожаная красная юбка, белые сапоги. И осеннее пальто, в котором мне очень жарко уже стоять. Сейчас я его сниму и покажу вам подробнее свой аутфит. Ну вот, вы видели его, собственно говоря, ну просто так поподробнее. Без пальто, у меня такой свитер, очень забавный, с фруктами, с ягодами. И плессированная красная кожаная юбка, белые сапоги. В общем-то, никаких украшений, потому что здесь и так всего много, куда уже тут украшения. И давайте будем примерять. Я хочу вам показать несколько вещей, которые я нашла. И я надеюсь, что вам они тоже понравятся. Я надеюсь, что их можно... в принципе, применять и в обычной жизни, и для новогоднего праздника. В общем-то, ну, давайте посмотрим, давайте примерять. Первое платье потрясающего зеленого цвета. Потрясающий цвет, правда, такой красивый зеленый, девочки, необыкновенный. Оно очень длинное, оно очень большемерит, я взяла размер large. Никак я не привыкну к тому, что H&M я уже, наверное, должна мерить small. Но я все его рассматривала, мне все казалось, что оно не такое уж и большое. Красивое платье, просто длинное, с поясом. Если оно будет меньше размера, то оно, конечно, будет немножко короче. Вот просто такое вот платье, знаете, как платье греческой богини, только зеленого цвета. Его, конечно, надо погладить, все вот это. Вот вы понимаете, да? Но я считаю, что это платье бесподобное. Для $38 его можно носить как на выход, так и на каждый день. Очень универсальное платье. Посмотрим его состав. Наверное, синтетика за такие деньги, но тем не менее. Сейчас я вам покажу в полный рост, потому что здесь трудно понять. Так, полный рост, выглядит оно вот так. Ну, вы уже поняли. Прямое, совершенно прямое платье. Просто вот под поясом оно вот такое вот, как мешок. Оно здесь немножко, оно здесь отрезано, оно как бы по талии. Вот здесь вот место для пояса. То есть вы понимаете, что оно... должно быть намного-намного короче. Вот если здесь вот сделать вот эту талию, то есть оно должно подняться вот хотя бы вот на такой кусок. Сейчас я его померю с несколькими вещами, которые я принесла, и сделаем несколько комплектов с этим платьем. Вот такой кардиган. Я считаю его нарядным, потому что у него вот такие вот пуговицы. Видите? Расстегнула я нижнюю пуговицу, потому что она как-то на мне плохо сходится. Белого цвета кардиган, пушистенький, такой, конечно, из синтетики, но вот эти пуговички добавляют нарядности. И вот с этим вот просто обычным платьем, зеленым, однотонным, это сразу белый такой кардиган, это сразу становится более нарядный комплект. Такой, знаете, зимний, такая снегурка, вроде бы как. Смотрите, как красиво. Просто вот надеть белые сапоги, бежевые, молочные, или белые совсем, если у вас есть, с этим кардиганчиком очень хорошо перекликаются. И зеленые платья, которые как бы в этом случае играет роль юбки и верха, то, в принципе, выглядит очень симпатично, по-моему. Желто-зеленый, мое самое любимое сочетание. Я нашла этот кардиганчик в молодежном отделе, в подростковом. Стоит он $20, и он размер small, но вот он довольно такой, видите, объемный. Мне он очень нравится, я прям даже как бы задумалась, не взять ли мне его, потому что он очень симпатичный. И вот именно вот как сверху на платье или на какую-то высокую юбку, знаете,
Просто, мне кажется, очень-очень симпатично за такую цену, вообще даром, я бы сказала. Я хочу вам показать, кстати, манжеты в этом платье, такие высокие манжеты с пуговичками. Видите, какой манжет? Довольно красивый. Маленькие такие пуговички, очень, очень симпатичные, я считаю. Ну, вообще, вот это вот сочетание, это, конечно, менее нарядное, но, на мой взгляд, очень красивое, зеленое, с желтым, с таким горчичным. Супер, просто класс. Мне очень нравится. Показываю в полный рост. Так, платье у нас имеет размер large. Мне бы, конечно, был бы M хорошо и даже S, я думаю. Понимаете, вот такие вот у них сейчас, вот такие у них сейчас размеры. Стоит оно $38, что я считаю вообще как бы очень, очень дешево. 55% вискоза, что совсем неплохо, по-моему, правда же? Так что вот не так уж все плохо, за $38 50% вискозы, да, оно мятое, да, его надо гладить. Но, девочки, это H&M, конечно же, сзади у нее сделаны вот такие вот две пуговички, застегиваются, и манжет уже я вам показывала, вот такой симпатичный. А если его отгладить, то, в принципе, я просто, ну, платье супер. Я вам хочу сказать, что я понимаю, конечно, это все мятое, все, но, понимаете, здесь такие цены, мы ходили в дорогие магазины, там все мятое, не глаженное. Так что, в принципе, простительно. Хотя бы цена такая, что не стыдно за то, что она не глажена. Так, милейший беленький кардиганчик, сделан из recycled polyester, то есть из переработанного полиэстера, размер medium. Вот как, кстати, кардиганчик маловат, мог бы быть побольше, потому что мне пришлось вот последнюю пуговицу расстегнуть, потому что он так на мне немножко был плотно, но пуговицы очень красивые, просто посмотрите, какая красота, просто стразы, бриллианты Сваровски. Стоит он $30, в принципе, нормальная цена, сделан он, конечно, из полиэстера, но вот такой вот он пушистый, мягкий, очень приятный. На две стирки, я думаю, что его хватит. Хотя, с другой стороны, что станет с полиэстером? Это, знаете, шерсть садится, ангора садится, кашемир может сесть. А вот это, по-моему, в машинку вы бросите, ничего с ним не будет, с полиэстером. Единственное, что пуговицы надо как-то сохранить, чтобы они не очень бились по машине. И вот эта вот милейшая штучка, милейший кардиганчик. Он размер small, представляете? Причем он divided. Divided – это их молодежная линейка. Стоит он всего лишь $20. И написано, что в нем 51% переработанного полиэстера. Ну окей, а что? Мы другого не ожидали за $20. Но я вам хочу сказать, что выглядит он очень-очень неплохо. У него такой немножко расширенный рукав, внизу резинка. Красивый очень цвет, приятный, очень функциональный. Я считаю, что это очень хорошая покупка, несмотря на то, что он как бы полиэстеровый, но он очень симпатичный. Еще одно очень интересное платье, которое на первый взгляд выглядит как ночнушка, но не надо поддаваться, так сказать, первому взгляду. Оно очень интересно сделано. Посмотрите, какой рукав. Опять же, ну, конечно, его надо погладить. Это платье с запахом. Значит, оно застегивается вот здесь. И здесь у него вот есть застежка, такая интересная металлическая пуговица в форме сердечка. Посмотрите, как интересно сделан у него рукав. Рукав у него прямо начинается от линии талии. Очень широкий, очень объемный. И на конце рукава резинка, что, в принципе, как бы делает его очень интересным. Очень интересное платье. Конечно, большой вырез, поэтому я принесла такой вниз топик, чтобы вот прикрыть немножко вот это все. Но мне кажется, что оно красивое, девочки. Вы понимаете, в нем есть что-то такое, какое-то благородство, элегантность, простота, но в то же время вот такие вот интересные детали, интересный крой. Стоит она $50, по-моему. Посмотрим состав. Потом вам покажу, кстати, эту маечку. Она сама по себе, топик сам по себе интересный и очень хорошо подойдет для новогодних празднований. Вот так мы выглядим в полный рост с этим платьем. Тоже размер medium, очень, как бы, я думаю, что, в принципе, это мой размер, как раз. Вот тут, видите, запах, карманы, нет, не карманы, это мне показалось. Окей, мне кажется, что очень симпатично, я не знаю, девочки, скажите мне. Можно, конечно, надеть пояс, но тогда потеряется красота вот этой пуговицы. А вся красота его, знаете, в необычном крое. Вот в этом рукаве, вот в этой вот пуговичке, такой, знаете, очень даже. Ну, представьте, что оно поглажено, и все. Показывая этот топик, он красив тем, что у него, видите, здесь вот
такая, как бы шлеечка сделана из стразов. Очень нарядно, в принципе, очень красиво, симпатично тут. Так, смотрим это платье. Я примеряла размер medium. Сделано оно 60% из коза, что хорошо. Конечно, стоит оно $50, немножко дороговато. Конечно, могло быть и дешевле, но вы знаете, у него очень интересный крой. Это такой вот интересный очень рукав. Здесь вот эта вот пуговичка в виде сердечка, там оно застегивается. Интересное платье, интересное. Я считаю, что оно свои $50 оно стоит. Если учесть, что оно 50% из коза, то вполне себе да. Давайте посмотрим этот топик. Я считаю, что за $20 это вполне удачная покупка, если вам нужен вот какой-то нарядный топ. Он, конечно, сделан из синтетики, тоже 50% переработанный полиэстер. Примеряла я размер medium. Стоит он $20, но он сделан очень хорошо. Посмотрите, какие красивые шлеечки, какие красивые стразы у него, и он так аккуратненько все это пришито. В принципе, вырез не очень большой, как раз такой в меру для празднования. И он не очень длинный, не очень короткий, довольно такой свободный, подмышками. В общем, я считаю, что очень симпатичная вещь. Такая, знаете, нужная в каждом гардеробе. Потому что если вы наденете ее вниз под что-то, это будет не видно, и он сразу перестает быть нарядным. Просто обычный шелковый топик черного цвета, который всегда нужен был. Еще одно платье, на мой взгляд, очень удачное. Оно так, знаете, красиво сидит. При этом, в принципе, платье комбинация, но оно нигде ничего не облегает, нигде ничего никуда не... Ну, в общем, по-моему, очень хорошо сделано. У него бретельки на adjustable, которые можно регулировать. Поэтому, как бы, вот и длину, и вырез. Но, в принципе, я считаю, что вот это вот... Вот такой вот, такая длина бретелек в самый раз для меня. Вырез не слишком большой, разрез такой на груди. Вот, оно сделано из такой сжатой ткани. Сбоку у него два разреза с обеих сторон. Очень хорошее платье. В принципе, оно в принципе нарядное, но в то же время его можно как бы не сильно нарядное. То есть вот такое, знаете, просто платье-комбинация, из которого можно сделать все, что угодно. Можно надеть к нему пояс, можно надеть что-то сверху, я сейчас померю со своим кардиганом, и можно надеть что-то вниз, и тогда даже, в принципе, можно надеть вниз какой-то гольф светлый или бежевый, и оно вообще тогда вообще перестанет зимнее, вообще перестанет быть сильно нарядным. Мне очень нравится вот эта ткань, она довольно так комплементарно сидит на фигуре, ничего не облегает, ничего не обтягивает, в общем, симпатичное платье, я считаю. Так оно выглядит в полный рост, такое, оно довольно длинное, немножко, вот единственный недостаток, что оно очень длинное, я считаю, что оно должно было быть немножко короче. Смотрите, я надела его с этим кардиганом, по-моему, тоже неплохо, опять же, как для зимы, так в принципе, вот в самый раз, чтобы оно как бы не так, во-первых, в нем не замерзнуть. А во-вторых, это как бы вот эти пуговицы, они делают его более нарядным немножко. Потому что, в принципе, платье на самом деле очень простое. Абсолютно обычное простое платье-комбинация. Я даже не знаю, как лучше застегнуть или расстегнуть. Вот он как-то капельку маловат. Мне надо было бы, наверное, размер побольше. Но, в принципе, вот так вот тоже очень-очень симпатично и очень так, ну, нарядно, я считаю. Так они выглядят вместе. Платье с кардиганом. Платье, конечно, длинноватое, должно было быть короче, я считаю, зачем они его сделали таким длинным. Но я как бы маломерок, но все равно, как-то мне кажется, что оно слишком длинное. Ну ладно, можно отрезать в данном случае, правда же? И даже с этим кардиганом оно выглядит совсем неплохо, посмотрите. Оно очень подходит по цвету, одна гамма, бежевый и желтый. И... В принципе, вот длина вот этого кардигана идеальна для этого платья, потому что вот этот белый, он был немножко длинноват. Вот на такое платье, ну на мою фигуру, во всяком случае, нужен кардиганчик по пояс, до талии. Потому что, когда кардиган немножко длиннее, вот так до середины бедра, то тут уже возникают, знаете, не совсем правильные пропорции, а вот с таким вот кардиганом до талии, вот эти вот платья-комбинация, это самое... Самый раз, самое то.
Видите, как хорошо вместе? Просто прелесть. Мне прямо очень нравится. Вот с этим кардиганчиком. Он не такой нарядный. Белый более нарядный. Этот делает из этого платья, не делает его более нарядным. Но, знаете, ведь Новый год вы можете встречать дома, на даче, на вечеринке, в ресторане. Зависит от ситуации. Если вы встречаете где-то дома, среди друзей, то вот это вот платье немножко такое пафосное, знаете, длинное, на бретельках. Вот с таким кардиганом будет выглядеть менее пафосно и более по-домашнему. Так, вот так оно выглядит, это платье. Видите, у него меняется длина бретелек, что очень приятно. Посмотрим на его цену. Мерила и примеряла и размер medium. Это тоже 38 долларов оно стоит, довольно дешево. Ткань, видите, вот такая вот интересная, сжатая, очень-очень приятная. И это тоже 70% переработанный полиэстер, то есть, в общем-то, оно полиэстеровое, но... За 38 долларов я считаю, что оно выглядит очень неплохо. Немножко дешевято вот эти кружева, потому что эти кружева какие-то такие дешманские, но их очень мало. Они прям совершенно не видны, если учесть, что оно такого же цвета, как это платье, то в принципе, они не особенно и видны на нем. Платье с минималистичным принтом всегда может сойти за нарядное, если у вас нету нарядного платья. Потому что этот принт, он уже как бы подразумевает какой-то такой sophisticated. Знаете, что-то такое необычное и... Ну, не деловой стиль, хотя сейчас можно все и везде, но в принципе, как бы, все-таки анималистичный принт, он уже как бы подразумевает некоторую такую игривость, фривольность. Ну, во всяком случае, так было всегда. Платье классное, оно сделано на пуговицах. Вот здесь вот, видите, оно все по всей длине, это платье-халат. По всей длине оно расстегивается на поясе. Здесь у него сделан воротничок. Небольшой вырез в меру, такой красивый манжет. Красивый манжет тоже с двумя пуговичками. И это размер medium, и оно мне абсолютно идеально подошло. По всем параметрам, по ширине, по длине, очень красиво село на меня. Мне прям оно очень нравится. Я прям, знаете, задумалась. Посмотрите, как красиво оно сидит. Просто идеальный фит мне. Классное платье. Еще что в нем хорошо, если его расстегнуть, его можно использовать как верхнюю такую накидку, знаете. Классное платье. Посмотри, сколько оно стоит. Интересно мне стало. Еще мне захотелось его примерить с этим кардиганом. Вы знаете, это такое смешение принтов, но мне кажется, очень, очень хорошо получилось. Потому что, в принципе, у него, опять же, цвета коричневые с бежевым, с желтым, с горчичным цветом. Здесь есть немножко черный, здесь есть черный цвет. В общем, хорошо получается. И длина его очень удачная. Опять же, вот длина до талии. И как бы вот не режет здесь бедро. А мне нравится. Вот это вот вместе, вот такое вот сочетание принтов. Леопард и вот такие вот ромбики. По-моему, красиво. Опять же, с моими сапогами бежевыми тоже очень хорошо срослось. В принципе, сапоги могли быть и черные, какие угодно. Коричневые тоже было бы хорошо. Если вы сверху накинете вот такое вот бежевое классическое пальто цвета camel, все это вместе вообще так хорошо играет. Я считаю, что просто у вас идеальный, совершенно идеальный аутфит, на мой взгляд. Посмотрите, как красиво все это вместе сочетается. Все эти цвета, яркий желтый, такой приглушенный коричневый, точно в цвет пальто, и даже светлые сапоги хороши. Посмотрите, как хорошо вместе. Классно, мне нравится. Мне кажется, очень элегантно и так современно, и дерзко немножко, вот благодаря леопарду. Нормально, симпатично. Платье примеряла я размер medium, стоит оно 38 долларов, совсем недорого. Я хочу вам сказать, что это 100% вискоза. 100% вискоза, вы понимаете, за те же самые 38 долларов. И вы знаете, оно, видите, вот оно сделано так, у него здесь пуговички, причем пуговички обтянутые той же самой тканью, что и само платье. То есть не то, что какие-то чиповые пластиковые пуговицы и вот такой же манжет, и тут тоже, значит, и оно такое, знаете, оно совершенно не мятое, оно такое достойно выглядит. Пояс есть. Очень, я считаю, очень хорошее платье. Ну и принесла я то, что у меня осталось на ресепшн, значит, то, что мне не дали взять с собой, потому что здесь есть определенное количество вещей, которые можно взять с собой. Так, два трикотажных платья, белое и черное, и вот эта вот штучка, которую я очень
excited, как это у нас тут называется, или, скажем, мне очень интересно померить это платье, потому что оно очень интересно выглядит. Я только не понимаю, как оно вот здесь вот, как это все вот складывается. Ну ладно, давайте все по порядку. Вы только посмотрите на это шикарное платье. Мне кажется, оно шикарное. Оно так красиво сделано. На мне размер large. И я считаю, что вот в этом случае мне не надо medium, потому что medium может меня тут так все вот обтянуть, что это будет очень, очень не очень. Оно, в принципе, в меру такое широкое, в меру оверсайзное. Видите, у него два разреза по бокам. Опа. Опа. Красивое платье. Белое всегда красиво. Белое платье, я считаю, что вот если вы едете, например, праздновать Новый год в горы, на дачу, куда-то вот на природу или, ну, в общем, не в ресторан, то вот такое платье в самый раз. Потому что оно в принципе нарядное, но в то же время оно как бы, это такой длинный вязаный свитер. Очень длинные у него рукава, но рукава красивые. Видите, они внизу сделаны как бы резинкой, и оно сужается к низу, потому что вот здесь вот довольно низкая пройма. Кстати, к нему, на него не любое пальто налезет и не любая куртка, потому что вот эта вот пройма очень большая. Хорошее такое горло в меру, высокое в меру, узкое, вообще не узкое даже. Длина хорошая, ну, в общем, очень красивое платье. Я считаю, что оно просто идеально для Нового года и не только для Нового года. Смотрите, как оно красиво выглядит. Просто шикарно. Ну, опять же, конечно, можно надеть на него пояс, можно не одевать, ну, как хотите, как вам нравится. Очень красивое платье. Очень. Давайте посмотрим на размер и цену. Стоит оно $60, недешево. Знаете почему? Потому что в нем есть 5% шерсти, все остальное полиэстер, полиамид и 5% шерсти. И сразу опция на $60, да? Размер large. Ну вот в этом случае я считаю, что мне нужен был large. Красивый такой рукав, видите, с манжетом. Довольно такой большая пройма. Очень симпатично, красивая вязка. Девочки умельцы, которые умеют вязать, и я знаю, меня смотрят девочки, которые умеют сами вязать. Вы запросто можете связать такое платье сами. Это очень красиво, белая пряжа, это всегда очень красиво. Сзади оно гладкое, просто без рисунка, что в принципе нормально. Я считаю, что не надо со всех сторон этот рисунок. А вот это вот просто, ну, красота. Вы думаете, это обычное черное платье трикотажное? Я тоже так думала, но посмотрите, оно внизу с сюрпризом. Что делает его новогодним? Вот это вот украшение. Слушайте, это так красиво. Это, в общем-то, платье. Длинный свитер. Ну, оно чуть-чуть выше колена. Вполне такое, знаете, очень симпатичная длина. Просто сверху черное, а оно внизу. Вот эти белые ромбы. И вот эта красота внизу. Просто меня покорило. Вот так, простое черное платье тоже может быть очень непростым. Трикотаж, вязаное. В принципе, его можно использовать как длинный свитер или как короткое платье. Опять же, мои сапоги прям в тему под него, да? Так, я примеряла размер medium. В принципе, нормально мне, несмотря на то, что вот я предпочитаю трикотажные вещи примерять побольше размера. Но вот, видите, это довольно такое большое. Значит, это medium. 60% полиэстер, то есть 100% полиэстер можно считать. Вот такой у него широкий рукав. Ну и, конечно, вся красота вот в этом. Ну, правда же красиво. Здорово, так здорово они придумали. Просто супер, оно вроде бы скромное, обычное. Вот такой сюрприз на нем. Когда внутри надоест, вы можете это отпороть и сделать из этого сережки. Правда же? Или брошечку. Ну и наконец, вишня на нашем сегодняшнем новогоднем торте, это вот такое вот платье. Это абсолютно, абсолютно новогоднее платье. Никакого там, что его можно dress up, dress down. Это совершенно новогоднее платье, которое супер нарядное, все блестит, все в пайетках.
Знаете, что у него такой интересный фасон, она выглядит, как будто бы это платье с запахом, и вот здесь вот как будто бы оно должно застегиваться, но я вам хочу сказать, оно все зашито. То есть там действительно внизу есть вот этот слой белый, который пришит вот здесь вот на талии, и вот эта вот петля, она просто вот, это все пришито, это все зашито, это невозможно снять, невозможно расстегнуть, то есть вот так вот, но я, у него вот здесь вот резинка на талии, поэтому я совершенно спокойно в него влезла. Абсолютно, то есть оно мне нигде не жмет, не давит, это размер медиум. А единственное, что я бы, вот знаете, сделала еще, я бы вот здесь вот так вот прихватила, наверное, стежок бы сделала один, чтобы оно вот не как-то лежало получше, потому что оно немножко так вот тут комячится, как-то скомкается, ну, в общем, как-то вот так. Что вам сказать, девочки? Я должна сказать, что в принципе нормальное платье. Интересно, оно мне сильно облегает сзади? Вроде бы даже и не сильно. Давайте посмотрим сейчас. Ну ничего так, правда, не сильно облегает. Видно плохо, я понимаю. Но несмотря на то, что здесь вот половина его белая, я думала, что оно так будет очень сильно, как бы, так, знаете, натянется, особенно белая часть. Но, тем не менее, нет, все нормально. Вроде бы все. Все нормально. Да, вот так оно выглядит. А что, ничего, правда же? Мне нравится. По-моему, совсем неплохо, девочка. Ну, немножко дешевое такое, конечно. Ну, знаете, так на один раз надеть, на Новый год. Вполне нормально, мне кажется. Вполне ничего себе. Платьишко размер медиум. Стоит $50. Ну, что, нормальная цена. 100% полиэстер. И блестит оно, конечно, знатно. Прям блестит-блестит. Со всех сторон. Видите, вот здесь вот оно просто внутри. Оно вот так вот зашито. Кстати, у него есть подкладка. Оно на подкладке, что хорошо. И видите, оно сзади половина белая, половина черная. Здесь просто вот такая вот как петля, которая цепляет вот эту вот черную часть. И вот так оно все сделано. Сзади, видите, наполовину черная, наполовину белая, и у него на талии есть резинка, что в принципе дает его на себя надеть без всяких проблем. И вот проблема единственная в нем, что оно очень за все цепляется. Вот эти пайетки, они страшно, вот здесь у меня висит вот это черное платье трикотажное, оно все ужасно цепляется, потому что они очень такие, знаете, колючие. Ну, слушайте, $50 нормально, да, для надеть и забыть про него, что называется. Ну так, оставшись в этом образе, вся в блестках, я буду с вами прощаться. Так сказать, это платье прямо несет нас, прямо ведет нас в новогодние рождественские настроения, можно сказать, вот глядя на эти все блестки. Хочется, чтобы уже наступил этот Новый год, который, я надеюсь, будет намного счастливее и лучше, чем был предыдущий. Я не буду сейчас вас тут поздравлять с Новым годом, еще рано-рано, хотя у нас уже вовсю идут приготовления к Рождеству. Уже всех елки, мы тоже уже купили елку, в общем, на эти выходные будем ее ставить. И вот в этом вот, вот в этих вот блестках я с вами попрощаюсь, девочки. Надеюсь, что немножко вам привнесла новогоднего настроения своими примерками. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте мне лайки, подписывайтесь, вы знаете, что делать. А с вами была ваша Дипи из канала. Люблю, целую, пока-пока-бай.